Каждый третий гибнет на железной дороге из-за невнимательности. Листовки с такой пугающей информацией раздавали пассажирам участники профилактического мероприятия. Причиной рейда стал трагический случай на станции Калинина. Обстоятельства те же. Пренебрежение звуковой сигнализацией, световой. Красный свет горел на пешеходном переходе. Мужчина двинулся и сбил его проходящий аэроэкспресс. Свидетелем происшествия была местная жительница Лидия Юшкина. И в среду вот ехала, а он здесь уже лежал вот в это же время. Ну что делать? Я так думаю, что здесь вот сейчас снег припорошил. Тут очень скользкий бугорок был. Он, наверное, на этот бугорок и поскользнулся. И его затянуло. Лидия Семеновна пользуется этой платформой для поездок в Москву и часто наблюдает, как нарушают правила и перебегают железнодорожные пути на красный свет. Вон опять дырку сделали в заборе, оторвали лист и бегут напрямую. Не боятся ничего, а главное, жизни не дорожат. Вот что я вам скажу. Печальная статистика насчитывает, в прошлом году в Ленинском городском округе произошло 10 случаев гибели людей при пересечении железной дороги. В ходе рейда с пассажирами проводили профилактические беседы о том, что остановить машинисту поезд мгновенно невозможно, поэтому не стоит спешить и пренебрегать правилами безопасного перехода. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.